Российские парламентарии всегда оказывают пристальное внимание Южной Осетии и в любой ситуации являются надежной опорой, подчеркнул спикер Алан Алборов. Он отметил высокий уровень межпарламентского взаимодействия. Постоянная ваша помощь, поддержка, постоянная связь с Южной Осетией в любых процессах. Это памятные мероприятия республики, это избирательный процесс, политическая помощь, экономическая помощь. Везде вы рядом всегда с нами. И хочу вас еще раз в этот знаменательный день поздравить, поблагодарить от лица всех депутатов. Депутат Государственной Думы, член Президиума ЦК КПРФ Казбек Тайсаев со своей стороны подчеркнул, что ему всегда приятно приезжать в Южную Осетию, разделять радость столь значимых дат с югостинскими коллегами. Это наша родина, это наша земля. И мы не просто к друзьям приезжаем, мы к себе домой приезжаем. Спасибо вам большое. Спасибо вам за тот приз, за вашим коллегам, которые нас встретили уже, окружили теплом. В составе российской делегации депутат Госдумы Яна Лантратова. Ранее она была назначена на должность руководителя парламентской группы дружбы парламентариев Российской Федерации и Южной Осетии. Она выразила надежду на плодотворное сотрудничество. На территории Донбасса я приезжаю на приграничную территорию, гуманитарную помощь привожу, деток вывожу. Вижу ребят из Южной Осетии, которые бок о бок воюют рядом с ребятами из Северной Осетии, из других регионов страны. И борьба идет за будущее наших детей. И поэтому для меня очень важно выстроить взаимодействие с парламентом. Заниматься не только гармонизацией законодательства, но и в том числе созданием совместных проектов. Далее встреча продолжилась с участием всего депутатского корпуса 7-го созыва парламента Южной Осетии. Парламентарии говорили о важнейших событиях, которые произошли в СССР, о его могуществе, причинах развала, которые оставили отражение и в сегодняшних реалиях. Мы помним то время, мы помним то социальное равенство, могучая держава, которая на самом деле была очень справедлива. В ходе встречи российские коллеги предложили провести большое совместное заседание депутатов Южной Осетии и Госдумы, где обсудят актуальные вопросы повестки межпарламентского сотрудничества. После гости и депутаты парламента возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Отечества. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.